Всем привет, ребят. Ну что, думаю, вы увидели, я вам показал практически все по обнове, что ожидать от нового героя, как он тащит. Ну а сейчас мы затестим самую, думаю, интересную для него сборку. Почему интересную? Я вам показывал тесты с разными талантами, с Пактом, с Ремкой. Еще у нас осталось СО посмотреть, я живу как будет. Возможно, это будет на английском сервере уже. Там будет больше возможностей, возможно, скин будет, чтобы не сливать, потому что здесь на китайке, конечно, все попечальнее немножко. Ну, забрал и паки, можно будет потом еще дальше прокачать, если добавят новые камешки. Так, окей, поехали. Перекачиваем нашего героя. Делаем вот такую вот сборку. Такая сборка будет интересна на волны. Вот мы там сейчас потестируем и на подземке. Даже девятку вкачаем. Вот так вот. То есть 9-9. Рунами сейчас ставим воодушевление. И вместо панчбокса меняем. Ставим ангела. Вот такая вот сборочка. Надо будет потом питомцев дособирать, докачать. То есть поменялся у нас, по сути, талантик на отражение плюс водушка. Я показывал вам волны, что на волны герой действительно будет крутой. Это герой вообще реально крутой везде. Ну, сейчас мы посмотрим изменения. Кто смотрел видос на максималке, это уже, ребят, это уже 20-й прорыв. То есть это уже максимум, все, что можно с героя выжать. 21-й практически. Вот так вот. Сейчас мы посмотрим, что у нас изменилось на волнах. Ну, просто жестко. Я не знаю. Отдыхают и Фрей, и все остальные. Потому что тут зональный урон. Она сразу же зону блокирует героев. Это просто, ребят. Это жестко. Это ваш герой, который вылез. Считайте, его просто нет. Либо юниты. Вот посмотрите, что делается. Она просто не дает ему куда-то пойти. И так вот целый бой будет, походу. Сейчас, наверное, из-за этого и не пройдем. Это пипец, ребят. Посмотрите, он просто тупо, даже лазуля не настолько топовая, как этот герой. Это жесть. Вот что вы на это скажете? Отражалки все есть, все есть. Ну, мы тут по времени не успеем просто демона добить. Ну, блин, нереально. Просто нереально. Я офигею. Я все больше и больше офигеваю от этого героя. Самое главное, что он бездонатный. Просто жесть. Что он творит? Ну, то же самое. Ребят, обавил на соло. Без всякого напряга. Одним героем. Да уж. Пишите в комментах, что вы думаете, что вы хотите еще увидеть, но я уже не знаю, что тут еще хотеть увидеть. Как по мне, это самая такая, это оптимальная топовая сборка для фарма. Ну, ремка для PvP локаций, чтобы отражалки не убивали, и все. Так, подпустила она его, отлично.
Обалдеть. Они просто не двигаются. Даже Лазуля столько не дают топовости, сколько этот герой. И скорее всего этот герой еще будет топовый на архидемоне. Он не будет архидемону давать включаться. Просто обалдеть. Жалко, здесь архи нету. Он даже так будет убивать. Просто, просто пипец. А це волна солу. Возможно, он будет тащить и... Невозможно, 100% он будет тащить и последнюю волну от Джей, которая у нас открыта. Просто кайф. Смотришь на героя, понимаешь, что можно хотеть еще без донату. Ладно, там была Фрея, потом Лазуля, Варжей там еще. Но сейчас это вот для без доната самый топовый герой на сегодня. Который только может быть. Посмотрите на эту зональную атаку. Так, ну тут опять сейчас мы зависнем просто. Поехали следующую волну, волну АЕ. Просто накрывает купол и в ауте все. Напишите в комментах, что вы на это думаете. Это просто эпический герой, который, не знаю, мне все больше и больше нравится. Ну вот АЕ-4, опять же, из-за того, что не может он подойти. Все. То есть аналогично, как и все остальные. Поехали, АФ. Волна. Я не знаю, ну тут, по-моему, тут ничего не остановит. Если отражалка уже не останавливает, только стан, либо его убьют. Вот это только единственный вариант. Вот, заморозили, наконец-то, ну. Пофиг, ребят, просто пофиг. Жесть. Ну, сейчас убьют, наверное, скорее всего, здание у нас. Нифига, даже здание не смогли убить. Просто... Браво, IGG, вот это реально вы сделали офигенного героя, одного героя, который будет тащить. Давайте еще раз АФ посмотрим. Это при том, посмотрите, мы не слились ни разу. Нереально крутой герой. Да, блин, они даже его так не могут ее слить. Ну то же самое, одна постройка. А, две постройки осталось, отлично. Ну постройку разбили. Ну то же самое. Один в один. Это один герой, блин, тащит волны. Побежали на Джей. Я просто в балдеже, посмотрите. Просто волна выходит и за секунду она сливается. А вот, кстати, вот это было интересно, что это было. Я не понял. Мы же вроде не должны сливаться на отражалке. А, это варлоки так долбит. Я думаю, что это за фигня. Надо, кстати, уклонение накачать. Плюс купидон. Думаю, что за фигня. Блин, скилл работает, она бегает. Но это просто жесть. Жесть. Это самое, что не есть. Ребята, жесть. Ну-ну-ну, кинь сюда купол. Ну, красавица, кинь купол. А, заблочили. Вот, блокировка.
Вот что еще спасает, это блокировка. Но если будет железная воля, то в принципе, ну, в принципе, Ара заблокирует. Но с железкой забор энергии не будет работать, это все. Железка это от стана защита, и пофиг ей будет все. Вот посмотрите, что она делает. Это шок. Это реально шок, ребят. Ну вот тут сейчас ее опять, ну, здание разбили. Ну, здание разбивают, но ее не сливают так быстро. Это при том, что у нас сборка не прокачана на деф. У нас атакующая сборка. Так, аж. Ну, здание разбивают. Тут я уже точно ничего не сделаю. Ну, блин. Просто кайф. Смотрите, что делается. Я офигею. Аж волна, аж 3 уже. Так, ну тут здание разбили. Но тоже тащит. Тоже пофиг все. Блин, нереально крутой герой. Просто колпак такой накидывает и все. Тут разбивают здания. Ну не убивают героя, блин. Я не знаю, но нереально класс. Мне вот это нравится. Единственное, видите, она не успевает просто разбить. Но это ей не мешает с ними воевать. Никак. В 700 тысяч крит, 800 практически. Ребят, 800к. Это нереально, нереально. Ну-ну-ну, ударь, 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 ударь. Не успела. Давайте еще Аджай посмотрим. Ну, Аджай я тоже вам показывал. Тут Фрея, конечно, дамажит нереально. Тут она ничего не сделает. Ну, в принципе, как и все герои, они тут ничего не сделают. Вот видите, Фрея сколько там выдает атаки, но она не успевает. Это надо, чтобы она сразу Фрея. Ну, это такое. Ну, в общем, до волны ААШ вы можете свободно там пару героев с нее пройти. Так, окей. Поехали тестить ее на подземках. Просили подземочки показать. Давайте попробуем на подземках. Давайте попробуем на 8. Вот интересно мне на 8 сбегать. Посмотреть, что тут будет. Сейчас только я магию апну. На нее, ребят, не действует заморозка. На нее не действует окаменение. Но ее убивают. Она, походу, активировала душек или что. Сейчас посмотрим еще раз. А, не, нормально все. Посмотрите, 4%. Ну, выносит по чуть-чуть. Конечно, не максимум выносит, но убивает там какие-то здания. Тут надо Атланта. Давайте Атланта сейчас возьмем. Попробуем немножко повоевать. Так, где мой Атлант? Так, Атлант есть. Кого еще там возьмем? Лазулю давайте. Так, Огника берем. Берем Махатму. Она тоже, в принципе, должна быть неплохая. Можно Командору.
Вот такая вот, поехали. Поехали просто так, поразвлекаемся, посмотрим, что, сможем мы пройти реально такой командой или нет, 8-1. Так, не успел он включиться. Так, не понял. Я не понял. Что это было? Он даже не включился, что ли? Ну, не знаю, такой талант мне очень нравится. Пишите, какие таланты вы хотите еще увидеть на героя. Но, как по мне, это реально очень, очень круто. Я понял вашу проблему, сэр. Это чувство, когда ты не бегал в подземке, не знает сколько. Так, отлично. С этим закончили. Командора у нас шатанули. Так, а где наша новая героиня? Что-то она не бьет нифига. Нифига я не видел ее атаки. Как-то странно очень. Остался у нас только один Лазуля. Как-то так себе. Не особо удивило, честно говоря. Ну, это восьмая кошмарка. Тут удивляться, в принципе, нечего. Сейчас мы пойдем просто на другие. Надо было нам не раскомплектовать. Ну, сначала потестить на подземках с пактом, например. На максималке посмотреть, что может герой. Да, и, в принципе, тут... Сейчас, наверное, лучше поставить ей железку, потому что ее не одели так, как надо. Нафига нам водушка? Нужна железная воля. Отстану. Так, лазулю таким оставляем. Этого тоже можно оставить. Эту можно... Так, вот тут вот тоже поставим железку. Ну, пусть будет так. Мне интересно просто посмотреть на самого героя, что он будет себя представлять. Что такая-то жесть творится. Дело столько набралось, даже не знаю. Так, раз, два. Блин, сливают ее. Сливается очень быстро. Ну тут понятно, тут один тык, и она будет сливаться. Идем не на эту подземку. Идем на немножко другое.
идем на кошмарку. Давайте так, давайте начнем с кошмарки пятой. Интересно здесь посмотреть на нее. Тут, по идее, должны ее сейчас черепа ушатать с этой стороны. Так оно и есть. Но выносит героев очень, очень красиво. Попробуем немножко с другой стороны. Понимаете, проблема в том, что на подземках герой будет рандомно бить. Единственный плюс то, что герой, он хоть и бьет рандомно, но он не зависит, скажем так, от своего скилла. Вот посмотрите, что делает. Вот зона просто аут. Он просто ушатывает, я бы так сказал. Ну вот стан пошел и все. То есть в таком случае лучше слона ставить, а не ангела. Но буду сносить. То есть тут либо так, либо так. Ну, с другой стороны, вы можете пустить лазулю. Вот если смотреть, лазуля намного проигрывает. Ну, конечно, он не вкачанный, она вкачана. Смотрите, там урон 820. Но скиллом она просто ушатывает нереально. Не знаю, мне нравится. Даже если там она не везде тащит, но она тащит именно там, где надо. Просто Unreal какой-то. Чай череп там лазулю ушатает. Не смог. Вот интересно сейчас будет смотреть. Так, хорошо. Поехали на шестую. Ну, я не знаю. Подземки, возможно, она будет добивать там на волнах однозначно имба. Подземки — такой спорный вопрос. Ну, для подземок есть другие герои. Смотрите, что она в центре делает. 18% уже набила. Она еще только дошла. Ух ты. Ну, урон. Вот опять же, надо... За счет ее кулдауна она много не нанесет. Ну, добить либо подбить проценты она реально может. Так, хорошо, идем на седьмую. Ну, давайте 7-1 просто посмотрим. Ай, не успел. Шиники, конечно, дамажит. Но а что будет, если ее собрать в дефный вариант? Вот как я делал с этим, с Бигфутом, там, Эссо, например, и Каменка. Ее пробивать не будут. Посмотрите, какая зона атаки. Просто жесть, ребят. Ну, ее сливать будут. Она тут на подземках, я даже не вижу смысла. Ну, она, возможно, будет где-то помогать, но не особо. А ну-ка, давайте затестим на древнем. Вот как раз ее фракция противоположная. Тут автопроки. Посмотрите, какую она дыру сделала в центре. И она не дает огнику ударить. Жесть. Вот это круто, ребят. Это действительно круто. Она будет на красных помогать очень офигенно. Тут, понятно, будут ее так сливать. В общем, вот так вот. Такой вот тест я вам показал. Пишите в комментах, что вы хотите увидеть. Еще. Ну, как по мне, это реально очень кайфовая сборка. Особенно для волн. Ну, я еще потестирую отдельно потом на по локациях. Сделаю вам еще обзорчик на максималке с этим талантиком, чтобы не затягивать. Все, всем удачи, всем пока.